Всем привет! Сегодняшняя постройка — это вот такой вот дрон, который находится в рюкзаке. Нажимаем на кнопочку, и мы поднимаемся в воздух. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нажимаем еще раз на эту кнопку, и мы спускаемся. И можем даже попрыгать перед человечком. О, привет. А, привет, привет. Даже можем перевозить несколько человеков. Так, ставим блок дерева и ставим теперь железо, как показано на видео. Два блока сбоку, справа и слева по два блока. Сейчас надо высоту поставить 16 блоков железа. Теперь ставим по два поршня с каждой стороны. С каждой стороны по одному поршню выделяем и ставим на 6 подъем блоков вверх. Ставим 6 блоков пластика с каждой стороны, слева и справа. Так. Теперь нужно взять железный забор и, как показано на видео, построить конструкцию. Под наклоном 45 градусов я поставил два железных забора и потом внизу еще один крепляющий. Также делаю с другой стороны. Так, так. Все, вот смотрите, вот это у нас получилось. Теперь нам надо взять блок дерева, который находится в самом верху, поставить их по бокам и на них уже поставить колеса. Обычные колеса от машины, две штуки, чтобы они смотрели вверх. Теперь можно убрать эти доски, даже нужно, и я сохраню. Конечно, лучше всего сохранять. Дрон, рюкзак я написал. Теперь ставим два блока сзади. И сейчас ставлю поршень. Выдвигаю его, и на него уже надо поставить 11 блоков пластика. Сейчас надо найти этот пластик. Такой розовый блок. Это пластик. Не знаю, почему он розовый. Так, ровно ставим. Все готово. Тут надо будет под наклоном 45 градусов поставить блок железа. Рядом с ним еще один, как показано на видео. Перекрасить его в красный цвет, но это не обязательно. Отключить у всего коллизию. Только у этого красного железного блока надо включить коллизию. Ставим железный забор. Рядом с ним ставим стул. Или как его еще называют, сидушка. Теперь строим что-то похожее на джетпак. Так. Теперь нам нужна кнопочка. Кнопочка, вот кнопочка. Ставим, все к ней привязывается, так и должно быть. Теперь мы выделяем все блоки, кроме, конечно, того пропеллера, колес, того механизма. И ставим прозрачность на 100%. Вот смотрите, как у меня получилось. Получается, вот колеса видно и забор видно. Теперь нужно разместить немного железного забора, вот так, как показано на видео. В центре вот такая вот маленькая дырочка. Теперь их тоже надо выделить. Я выделяю через Shift. На компьютере можно через Shift выделять, такая клавиша есть. И у них тоже отключаем коллизию. Так, теперь ставим портал, и нужно, чтобы этот портал у нас тп-шил поближе к этому стульчику. А то постоянно джетпак брать не очень приятно. Ну, можно конфетку съесть и съесть. Кстати, портал вы можете получить по промокоду, который у меня есть. Вот смотрите, в правом верхнем углу есть подсказочка на экране. Надеюсь, у вас все получилось. Вот такой вот дрон летающий делается очень быстро и легко. Просто без масштабирования, который 5000 стоит, которого еще рулетка называется. Ну, смотрите, мы еще забыли тут двигатель поставить. Потому что мы слишком медленно летим. Тот прозрачный 100% и коллизию отключаем. Скорость колеса еще на 10, пожалуй, надо поставить. Вот, теперь тп-шнемся, ставим тортик, который тоже можно по промокоду получить. Отключаем фиксацию, и все, мы можем бегать, бегать, как обычно, человек сзади с железками всякими. Нажимаем на кнопку, мы ускоряемся, у нас винты появляются, и мы летим. Надеюсь, у вас все получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось. С вами был Ух Геймс. Всем пока-пока.